Главной темой заседания стало обращение депутатов и лидеров общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» Александра Баюклина и Марии Гаевской. Александр Васильевич считает, что будущее поселка зависит от решений сегодняшнего дня и что местный дом культуры должен перейти в муниципальную собственность. Рассмотреть возможность начать процедуру передачи бывших государственных зданий назад в муниципалитет. Александр Баюклин аргументировал свое предложение, рассказав о том, какая ныне ситуация в поселке. Он считает, что передать муниципальной власти необходимо не только Дом культуры, но и другие объекты инфраструктуры. Выяснили, что в совхозе, точнее в поселке совхоза Емельина, оказывается, все принадлежит заводу. Вот тротуары, газоны, здания, все. И в том числе и Дом культуры. Глава муниципалитета поддержал предложение, касающееся передачи Дома культуры. Я абсолютно согласен, что в 99% случаев, а это, наверное, и есть тот самый 1%, все эти социальные объекты, а зарабатывать на них, мы прекрасно понимаем, невозможно. Ни один из этих объектов не способен зарабатывать даже на свое содержание, потому что всегда это дотируется, субсидируется из местных бюджетов. Все эти объекты передаются в муниципальную собственность и, соответственно, выполняют свою социальную функцию. Алексей Спасский сказал, что в ближайшее время будет подготовлено обращение в ЗАО «Совхоз» имени Ленина, отметив, что, к сожалению, в одностороннем порядке принять в муниципальную собственность сегодня объект невозможно. К слову, многие депутаты высказали свою позицию по данному вопросу, которая в целом совпадала с мнением главы муниципалитета. При условии, что данный объект сейчас принадлежит коммерческой структуре, вот, может быть такая ситуация, что данный объект может быть продан, да, и в дальнейшем не использован по назначению, в частности, можно организовать в нем офисы, либо там организовать общежитие для гастарбайтеров. Да, и в этом случае дети и жители потеряют объект, который несет культуру. Судьба Дома культуры не случайно вызвала беспокойство депутатов. Совсем недавно был прецедент, когда прямо во время мероприятия его участников вынудили покинуть помещение. Очевидно, под воздействием третьих лиц была включена сигнализация пожарная. Потому что, как видим, задымления нет. Спустимся на улицу, сейчас через первый этаж увидим, что также опасности для жителей, для жизни присутствующих нет. Поэтому, ну... провокация очередная. Все, опасность миновала, можно заходить? Нет. Почему? Сказали, что нельзя. А кто сказал? Павел Николаевич Грудинин. Сегодня очередное мероприятие школы ЖКХ, которое очень ждут жители поселка, находится под угрозой срыва. На сегодняшний момент мы получаем отказ от зала совхоза, о том, что они не хотят, чтобы проводили мероприятие, хотя оно абсолютно на общественных началах для жителей. Носит она характер просвещения. Дом культуры поселка совхоза имени Ленина был построен в середине 70-х годов. Это здание площадью 3500 квадратных метров имеет большой спортивный и концертный залы. На протяжении всех лет своего существования Дом культуры был отличным местом для творчества жителей, работы с детьми, больших культурных и спортивных мероприятий. Начальник территориального управления Моисей Шумаилов, который долгое время руководил культурой муниципалитета и хорошо знаком с историей и самим ДК поселка совхоза имени Ленина, рассказал, что когда все муниципальные объекты культуры начали ремонтировать, данное учреждение оказалось в проигрыше. Павел Николаевич решил все-таки отремонтировать и обратился в суд, что раз вы пользуетесь, отремонтируйте за свой счет. Но муниципалитет не имел права тратить бюджетные деньги на ремонт этого здания. И все же часть работ администрация тогда взяла на себя. Мы договорились с главой на тот период Васильевичем, что движимое имущество мы закупаем, недвижимое имущество, то есть Дом культуры, капитальный ремонт, ремонтирует зал совхоза. Мы закупили на 10 миллионов оборудование. Это аппаратура вся, какой-то, так сказать, часть мебели и так далее. Лидер общественного движения Артем Грудинин полностью поддерживает своих соратников, считая важным сохранить здание как учреждение культуры. Если, например, Дом культуры будет принадлежать администрации района и всегда будет муниципальный бюджет, тогда всегда детские кружки будут работать, всегда детские секции будут работать, и люди беспрепятственно смогут проходить в то место, куда они привыкли.
Инициативу, обсуждаемую на заседании, поддержали большинством голосов. В случае передачи здания ДК Ленинскому городскому округу оно будет полностью на балансе муниципалитета, а значит, будет иметь возможность финансирования, а главное – сохранить свое предназначение – быть культурным центром поселка. Ну и судьбу остальных объектов инфраструктуры необходимо решить. В 2020 году все контракты по содержанию имущества, которые не являются муниципальной собственностью, действуют во времени. И уже сегодня не власть, которая ранее допускала нецелевое использование бюджетных средств, финансируя содержание этих объектов, и детские спортивные площадки, тротуары, дорожки, газоны, все это не объекты муниципальной собственности. На эти цели бюджет сегодня не намерен тратить деньги. Все это приведет к скорому разрушению облика поселка, а значит, требует принятия конкретных решений. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.